Хей, с вами Шимки, и мы продолжаем родить игру по названию South Park Палка Истины. Ах, Элгор, ну ты надоел меня спамить. Подождите. Где мы остановились? В прошлой серии мы убили огромного зомби-зародыша немца. Так, что у нас по заданиям? Задание. Охота, крупная дичь. Ладно, по карте легче смотреть. Элгора нужно сходить, завербовать девочек. Да, там еще нужно нам... Поэтому полетели к Элгору. Сходим. А потом сходим на вербовку девок. Посмотрим, что из этого получится. Так, зомбяхи. Так, хорошо, они пока встанет, вот, типа, с одной стороны я могу ваншотнуть. Давайте я посмотрю, может ли он перепрыгнуть между двумя. А, так он между двумя тоже может перепрыгивать. А, ребят, ну тогда это имба, слушайте. Тогда это на самом деле имба. А, так это от Баттерса столько хп мне прибавляется. Ни хрена себе. Баттерс, я понял, что из... в тебе нужно выбивать. Монет там гром гремит. Часов будет весело. Ладно, поехали. А вот это младший Элгор, но почему ты не справился, лайки не под одним моим фейсбуком сообщение? Ну конечно же, ты вовсе не обычный человеческий ребенок. Это ты, человек-медведь свин. Ага, вот ты и попался. Будем драться на смерть. Не думаю, что мы сработаемся. А теперь посмотрите, как вы выносите всю презентацию по глобальному потеплению. Ой. Ты не сможешь отрицать, что мировой климат совершенно точно меняется. Так, ну это босс, да, считается? Да, это босс. Почему у боссов сопротивление к оглушению? Блин, вот самое дерьмовое. Блин, давайте, 1000 порезов. Что у него отхил? За счастье прошлого типа еще президента. О, вот это начинается плохо. Баттерс, это плохо, слушай. Баттерс, это плохо. Ответный удар. Это нормально, типа? Ни хрена себе. Ни хрена себе. Баттерс, это херово все идет у нас. Баттерс, это очень все херово. Отвлекай меня. Способности. Блин, он только это одного сможет атаковать. Ладно. Его нужно. Хорошо. Блин, он... Открыв течение, живет. Ладно. Мне повезло. Не чисто, а повезло.
Ладно, повезло, повезло все равно. Медик! Это еще должен выжить. Ой-ой-ой. Ладно. Использовать. Так, дальше. Да я вообще не попадаю сегодня. Баттерс, хиль, потому что я сейчас отлечу. Так, ответный удар. Тот пропускает ход. Ай-яй. Хорошо. Должен выжить. Этого нужно добивать. Ай-яй-яй. Хорошо. Слишком много защиты. Угу. Отлично. Баттер стиль. Ух ты ж, ё-моё. Он сдохнет. Фу, жесть. Ключ от подвала. Так, ухо члена медведя свин. Члена. Так, наносит на 15 больше урона, когда уровень здоровья ниже 25. Так, мне теперь нужно хил искать. Окей, посмотрим, что же здесь. Супер секретно. О, смотрите, не игра президента. Копыта чел медведь свина. Каждая атака высасывает 50 здоровья из твоей цели. Вау. То есть 5 раз это 250 сразу хил. Так, труба. Идеальный прием против члена медведя свина в ближнем бою для нанесения серьезных повреждений цели в морду. Цельтесь в морду. Хорошо. Блин, у меня здесь стоит заморозка, да? Ну, блин, ну видите, заморозка типа помогает мне то, что он не может атаковать. При идеальной атаке он наносит 3 кровотечения. Бля, не знаю. Добавляет 35 урона предельной атаки. Блин, ну отхил это жестко на самом деле. Что здесь у меня стоит? Получается 2 очка при идеальной атаке. Меня 2 только раз хилит? Или нет, когда оно добивается от врагов? Что-то я не замечал. Ближе, блин, наносит больше урона на 100. 50. Здоровье. Блин, мне лучше, кажется, не 50 здоровья, лучше взять все-таки этот. Каждая атака высасывает 50 здоровья из твоей цели. Лучше вот эту. Ну, потому что, ну, блин, в принципе, да, 50, Мы узнали твой секрет, Элгор. Ну, битва на самом деле такая. Не сказать, что очень сложная. Давайте их еще раз победим, по-быстрому. Я хочу мечом попробовать их. Ни хрена себе.
А так нет, смотрите, у меня 6000, это просто без способности этого. Еще 500 демеджа. Отлично. То есть, знаете, если атаковать одну только цель, то лучше на самом деле использовать меч. Потому что там плюс же еще кровотечение идет по врагу. Так, нам нужно к девочкам. Давайте отсюда быстренько пробежимся. Посмотрим, что да как. Йоу. Девочки хотят поблагодарить тебя за помощь, когда будешь готов, можем... Подожди. К Мэри мы ходили? Да. Так мы ж это уже смотрели, не нет? Новичок, девочка, очень благодарна за то, что скинул мне документы. Еще немного, и мы узнаем, кто из нас великая сука. К сожалению, все медицинские записи на французском. А эта великая послакнула, каким бы она ни была, думает, что так. Мы правда хотим помочь вам с мальчиком поиграть в ваши игры, но у нас тут двуличная сука в голове. Просто переводите эту документы для нас, и мы выставим вас. Красота. А, нашивки из... Блин, а мне интересно, если я хочу опять тот то лицо, мне придется все заново. Поговорите с мальчиками. Погнали тогда быстро к телепорту. Посмотрим, что мы сегодня сделаем. Но мы, в принципе, уже босса убили. Победили. Поэтому какую-то уже часть всего сделали. Охота на круг. Блин, у меня охота на крупный, нужно сразу еще сюда сходить. Туда я, в принципе, могу сходить. Блин, ну там одну цель такой только, поэтому... такое... Если б... Тут арбалет по несколько целей атаковал, тогда да, было бы выгодно. Командир Шмал, мы должны были за... Девочка, почему их до сих пор нет? А что это? Подойдите все поближе. А должно быть, новичок понадобилась наша помощь. Saint Femmes, он Stadion и The Awardman. Что это за язык? Какой-то сраной далекой яркости. Я слышал его раньше. В Северном Королевстве. Ого, в Северном Королевстве? А похоже, текст этого документа, это ключ, который даст нам возможность завербовать девочек и нашу армию. Ну же, давай, выкладывай. Перевести этот документ будет непросто. Чтобы преобразить в Северное Королевство, тебе нужно сменить... А теперь ты не командир, чем, а Ларри Дубинский из Кливента. Самый быстрый путь в Северное Королевство проходит через затерянный лес. Сначала иди на север, затем снова на север, еще на север. И ты придешь. Лучше бы тебе сначала вклести в паспорт настоящую фотографию. Ага. Мне нужно теперь пойти, значит, фотку, да, сделать? Стой, там же есть телепорт. Тогда давайте сразу я вклею фоточку. Где оно? Здесь, да. Так, почти проверяй свой инвентарь. Инвентарь, хорошо. Так, сюда. Зачастую можно нокаутировать врага, если до начала боя его... А, привет, будем фотографировать на паспорт? Проходите вон в ту комнату и начнем. Встань под свет, пожалуйста. Сейчас что-то здесь есть. Что-то здесь есть. Так. Ярлык. Осторожно, высокая. Получить речка помощи при нанесении шокового удара. Отлично, улыбаемся. А у тебя есть друг одежда? Может, переоденешься? Так, в этой одежде мне удобней. Сменить одежду. Ну давайте типа сменим. Нет, слушай, давай снимем эту рубашку. А ну-ка попробуй. Нет, с таким освещением тебе придется снять эту рубашку. Мне прямо не нравится эта рубашка. Можно снять.
Да, теперь лучше, вот так. Да, теперь лучше, вот так. О, нет, еще штаны на подходе, к сообщению, может их снять, что нам неудобно. Эти штаны здесь просто лишние. В штанах неудобней. Если хочешь паспорт, придется тебе снять штаны, приятель. Можно снять. Хорошо, все в порядке, прекрасно. Да, отлично, можешь снять. Можешь снять белье? Ах ты мерзкий сукин сын, остановите его. Живем меня не возьмете? Так, ну это педофил. Подожди, ну ты ж типа... Вот, знаете, хотя давайте просто сделаем таким образом, да и все. Да, у меня теперь просто дохера хп. А, так это я хилюсь от удара. Батар, давай не будем мучиться, просто атаку отпинаем. Да все. Мне их очень жаль. Ух ты, молодец, пацан. Боится себя ничего. Ладно, давай уже покончим с этим. Широкая улыбка. Поздравляю тебя с первым паспортом, пацан. Можно одеться, пожалуйста. Паспорт, элемент задания. Так, давайте я оденусь. Заставили меня раздеться. Так. Ну, думаю, так, или татушку тоже лучше сменить на какую-то другую. Мне это не очень. Ну, типа, знаете, уставший вид. Фигня. Пейса. Еврей. Мешки под глазами. Знаешь, такой уставший вообще, такой у. Двойной подбородок. Ладно. Этническая татуировка пускай будет. Деньги, бейсбольный этот. Блин, нужно где-то атаку будет раздобыть. Новое задание. Победить человека-медведя свина. Эй, ты тот популярный парень. Чё такие? Победить человека-медведя свина. Чё, народ? Пойдем побеждать? Куда мне идти? Порцию. Где-то человек-медведь свин. Давайте, типа, попробуем атаковать. Ну, блин, ну это снова же босс. Давайте тогда сохранюсь. Да, сохранить. А, вон стоит он. Ауч! Он меня первый ударил. Найс. Давай сначала посмотрим, что да как. Босс. Маска человека-медведя свина. 26к. Ни хрена. Но я думаю, нужно тогда самого сильного атаковать. Ауч. 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 Хорошо, Паттерс. Ну ты понимаешь, сразу высасываем. Если что, я могу еще один раз сделать такую вещь. Давай, типа, чем больше на нем стаков кровотечения, тем больше он хп поглощает врагам. Ух ты ж, ё-моё. Не, ну, в принципе, я могу просто в нож втыкать, потому что... Ауч! Минус 6к. Ну, он труп, все. Он атакует и вздыхает. Ну, это легко было.
Так, кухо чел медведь сми... свина. А насчет... Так, пурпурного сердца. Восстанавливайте дополнительные 250 здоровья при исцелении... А, при исцелении. Забрать все. Палочка медведя. Коготь чел медведь свина. Устрашающий коготь самого опасного и реального существа во вселенной. Чел медведа свин. Но вы видите у нас какой здесь урон. 2к просто. Чё, так просто. Вау. И все, нету. Просто удара его нету. Так, ну чё, в принципе, у нас остается только идти. Куда я тэпнулся? В лес. Поэтому, хоп. Блин, жалко, что там не было быстрого сохранения, что я зря лес проходил. Ну, хотя помню, ну, просто прямо, в принципе, идти, да и все. Погнали. Почему я не могу отгонять так обычной? Обычным пердежом. Тут замечу, что волков уже нету. А, золотые предметы можно использовать при открытии. А видишь, тебе и противо эта штуковина. О, у тебя есть паспорт. Ладно, давай его сюда. Документы в порядке. Ну что ж, теперь я позволяю тебе преобразовать в великой стране Канада. Открыть ворота. Ой, я сейчас открою, погоди. Вот так. Заметьте, что рисовка сразу меняется, да? Типа дорога какая здесь и какая здесь, и деревья. Welcome to Canada. Добро пожаловать в Канаду. И такая музыка 8-битная. Да ладно, серьезно? Оттава. Зашибись. А ты не здешний, что ли? Лучше оставляйся в городе, эти люди могут порвать тебя, как тузик горелку. Какой трени, просто зайдись. Окей, что здесь еще есть? Магазин. А знаете, как ломается все? Добро пожаловать в магазин, могу я вам мои товары? А, мне нужны канадские деньги какие-то. Палаш воина. Так, изначально был рассчитан на человека повыше ростом. Так, канадская альбарда. Со студенных боевых арен, совершенно земель. Дам. Даже назад. Ремни. Добавляет 250 урона при атаке оружием. Вот как. Вот так даже. Мне это нужно. Где я могу... А, вы здесь, да, походу, в банк? Что здесь? Добро пожаловать в поликлинику от Оттавы. Ты пришел провериться на ВИЧ, и я вылечу тебе за 5 канадских долларов. Когда захочешь подделиться, еще раз провести ВИЧ. О, стоит это денежки канадские. Канадский самоцвет. Ха, прикольно. Блин, только я не знаю. Канадский. Бережно хранить в вазах по всему Северному Королевству. Добро пожаловать в Банк Канады. Хочу поменять деньги. Ух ты, американские деньги. Сегодня курс 1.24 за доллар. Лучше... А, ну то есть я просто... Я понял. Welcome to the bank of... Oh, American money. The current exchange rate is...
думаю, так хватит мне. Сразу давайте купим этот. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Да-да-да. Вот это. И, наверное, я сразу же поставлю его, да? Изменить. Больше урона. А где она? Не понял. Неужели это наружу? Бля. Херово. Ну, блин, я не знаю, может потом мы найдем с вами другое оружие. Типа не катана, а что-то иное. И тогда сможем сделать. Давайте еще и деньги поменяем. Все, я думаю, нормально так будет. Здесь не пройти. А самая лучшая часть экспедиции это беседа с принцессой. Денежки. Ну, вазах, короче, в основном, да? Пиксельный осколок. Чё я не взял? Нужно будет еще попродавать мусор, вот это, что у меня есть. Там сундук. Да, здравствуй, принцесса, принцесса Канады. Ура, ура. Ладненько, что здесь? Ну и ну, что у нас здесь? Герой южанин. Не все могут пройти мимо стража Великой Границы. Ты, наверное, сделал неимоверно и получил паспорт. А я принц Канады, а это моя прелестная жена. Чем могу быть полезен? Что это такое? Прости, но я не знаю, что здесь сказано. Я раньше видел такой язык, но на нем говорят только в какой-то части Канады. Я считаю, что тебе нужно держаться курс на запад и проведать графа Вингли, а он тебе точно скажет, где и в Канаде. Но я тебе предупреждаю, дикие леса Канады полностью лютоволков. Ты знаешь о лютоволках, не так ли? Они как волки, только лютые. Ни хрена себе. Так, сундук. Шокер. Осмотреть. Уменьшает атаки противников при точном ударе. Херня. Забрать все. Не двигайся! Вот ваши снимки. Вы с принцессами и принцессой желаете 2, 8, 10? Возьму 8 и 10. Вот, держи, выход вот там. Сувенирные фотографии. О, Канада. Подожди, а что за задание? Что за задание? Подождите, находки. О, мы скоро их уже все соберем. Фоточки. Мать гремит. Сейчас как начнем, то придется вырубать. Так, а у тебя... Интересно, у него магазин пополняется или нет? Вот давайте я продам все, что у меня, в принципе, по мусору есть. Жалко, что это реле нельзя быстро продавать. Или только так можно продавать. Блин, я не знаю, как быстренько можно это делать. И главное, нигде не написано. Понимаете, в чем дело? А у меня много? Ууу, ни хрена себе. Так, ребят, давайте, короче, я думаю, остановлю запись и потом продолжим.
Все, короче, дело это все продал, и у нас вышло 305 баксов ихних. Ладненько. Короче, как раз время подошло к концу. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.